Первый канал в эфире программы «Время» объявил, что Россию на конкурсе песни Евровидения 2020, который пройдет в Роттердаме, представит фрикрейв группа Little Big. Группа была основана Ильей Прусикиным в 2013 году в Санкт-Петербурге. Группа стала резко популярна после того, как выступила на разогреве на концерте Dine Artwood. Группа описывает свой стиль как сатирическую арт-коллаборацию, писал журнал «Собака», и обыгрывает в клипах и песнях стереотипы о русских. В интервью афиша в 2016 В 2016 году Прусикин рассказывал, что целевая аудитория группы – иностранцы. «У меня есть сверхидея, я хочу, чтобы русская группа стала мировой. В Европе сатиру в песнях Little Big хорошо понимают», – говорил он. А многие русские почему-то уверены, что группа порочит страну. Little Big известна своими вирусными хитами, один из которых «Скибери» стал мировой сенсацией, набрав 23 миллиона просмотров на YouTube всего за неделю. А к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 миллионов пользователей. Напомним, что победу на Евровидении 2019 одержал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс с песней «Arcade». Согласно правилам Евровидения, в следующем году конкурс пройдет в этой стране. От России в конкурсе принимал участие Сергей Лазарев, он занял 3-е место. До этого он представлял Россию на конкурсе в 2016-м, тогда певец также занял 3-е место, победив при этом в зрительском голосовании. Мы искренне желаем группе Little Big ошеломительных успехов на Евровидении и, не прощаясь, говорим вам до скорых встреч на канале Беспала Мьюзик. Обязательно подпишись, стань частью нашей интернет-семьи. Беспала Мьюзик — это 24/7 о музыке.